холин, он же витамин В4, имеет много полезных свойств. Для худеющих он бесценен тем, что выводит лишние жиры из нашей печени. К сожалению, печень способна вырабатывать всего 10% холина. Остальное мы получаем из продуктов и витаминно-минерального комплекса. К сожалению, с возрастом количество холина уменьшается, потому что холин и эстрогены идут рука об руку. Так откуда же нам взять тот самый бесценный В4 или холин? Из продуктов в первую очередь это яйца, точнее яичный желток. Супер ролик с огромным количеством просмотров про яйца есть вот здесь. Обязательно посмотри. На втором месте идет рыба и морепродукты, а на третьем печень. Эти продукты мы рекомендуем запекать, чтобы сохранить максимальное количество полезных веществ. Сыр и орехи, но будьте аккуратны с жирами в вашем рационе. Напомним, что норма жиров примерно 60-70 грамм. Не хотите замерачиваться сами? Напишите нам, мы подберем для вас питание. А универсальное есть вот.